Приветствую вас на канале Red Cat. Сегодня я покажу вам крутецкий баг в Jailbreak. Итак, ребята, в чем суть бага? Сейчас я зашел за копа. Иду за копа, вот такой красавчик. И сейчас давайте заспавним какой-то мотик. Хотя, подождите, зачем его спавнить, если он рядышком есть? Берем мотоцикл или любое другое транспортное средство, и давайте где-нибудь сейчас сделаем баг. В чем суть бага? Я хочу вот в этом месте, около этого мотоцикла, появиться заключенным. Как это сделать? Смотрите. Так, выбираю заключенного, окей. И вы видите, справа у меня шкала такая, видите, как бы, да? И лог написано, что у меня закрытое транспортное средство. Сейчас я даже хожу. И смотрите, что сейчас произойдет. Сейчас произойдет магия. Опа, видите, я даже телепортнулся. То расстояние, которое я прошел, как раз на это, скажем так, расстояние сдвинулся мой мотоцикл. Итак, ребята, я заключенный. Сейчас почему-то нахожусь в пустыне, хотя только что был в тюрьме. Согласитесь, ребята, просто зачетный баг. Обязательно подпишитесь на страничку Red Cat YouTube в Инстаграме. Ну и, конечно же, не забудьте поставить лайк. Итак, как его сделать? Давайте заспавним сейчас другой мотоцикл. Просто на мотоцикле легче всего это сделать. Можно и на машине. На Камаро я тоже пробовал, тоже работает. Что вам нужно? Вам нужно просто подойти к вашему мотоциклу, машине и так далее. Сесть в него. Вот смотрите, еще раз показываю. Я сейчас за криминал. Будем обратное делать. Сейчас мне надо зайти за полицейского на этом же месте. Итак, подхожу, нажимаю садиться в мотоцикл и сразу же нажимаю на поменять команду. Все, видите, если справа шкала у вас появилась, значит баг сработал. И теперь просто и нажимаю кнопочку садиться в транспортное средство, и я, получается, на том же месте, где и был до этого. Мне кажется, это просто мега-супер полезный баг, так что обязательно ставьте лайк под этим видео. Ну а спасибо, мне нужно сказать Артему 474574. Именно так у него ник в Дискорде. Именно он с друзьями нашел этот классный баг, и теперь вы можете в любой момент поменять вашу команду, если вам нужно, к примеру, за копа зайти или за полицейского. Мне, кстати, будет это очень интересно, если вы грабите за грабителей какой-то банк, и потом хопа, и появились уже за полицейского. Ну, такое. В общем, интересный баг, можете подумать, как его правильно использовать. Пока на этом все. Спасибо, что смотрели. До новых встреч на канале Red Cat и канале Red Cat Roblox. Всем пока!